20 лет, именно столько в этом году исполняется специализированному дому ребенка «Малютка». Как отметили круглую дату, расскажет Юлия Важенина. Наша работа, любовь и забота. Так отзываются о своей профессии сотрудники дома ребенка «Малютка». Именно в любви и заботе больше всего нуждаются эти детки. Самому маленькому из них на днях исполнится месяц, самому взрослому – 4 года. Наш дом ребенка «Малютка» является самым настоящим домом для всех живущих здесь детей. А наши сотрудницы, как вторые мамы наших малышей, находятся рядом с ними и отдают все свое душевное тепло, любовь, ласку, заботу. Дети более судьбы, оставшимся без попечения родителей. Здесь есть все, что нужно маленьким воспитанникам. Сотрудники «Малютки» даже поменяли название. И дом ребенка превратился в дом для ребенка. Вот уже 20 лет его работники заботятся о своих воспитанниках. За это время у «Малютки» появилось немало друзей. Все они пришли поздравить как малышей, так и тех, кто о них печется. Причем дарили не только подарки, но и творческие номера. Ксюша Сотникова – частый гость дома ребенка. Вместе с одноклассниками она уже третий год подряд приходит к «Малюткам». Мы им разыгрываем сценки, песни поем, стихи читаем, чтобы они улыбались, радовались, чтобы мы видели на их лицах улыбки. И чтобы они запомнили эти моменты такими яркими, веселыми, чтобы никогда они не грустили. Дом ребенка «Малютка» рассчитан на 60 детей, но сейчас здесь 36 воспитанников. С каждым годом их количество уменьшается. И, пожалуй, это один из тех домов, которому хочется пожелать поменьше жителей. Юлия Важенина, Сергей Адушкин, «Республика».